Друзья, смотрите, выкопали небольшой прудик маме. Вот такого вот объема. Совсем, в общем-то, небольшого. Вот, положил кирпич вам для ориентира. Вот, сюда купили пленку 400 микрон в известном магазине, черную, размерами, ну, кусок 3×4. И вот он как раз сюда помещается. Глубина пруда около 80 сантиметров. Вот в таком пруду вполне себе отлично зимуют кометы. На дне стоят кувшинки, и они зимуют в Ростове-на-Дону. По краю берега на террасах стоят прибрежные растения. И все выглядит достаточно эстетично и красиво. Вот, потом летом покажу вам, как это все выглядит. Сейчас мы постелим, в основание положим баннер, у нас валяется там старый. Потом положим геотекстиль. Потом положим пленочку, которую мы купили, 400 микрон. И сверху еще положим старую пленку. Вот у нас осталась пленочка. Вот она год или два она отработала. Два года у нас пленка эта работала. Два года она отработала, и вполне себе еще было нормально. По краям только пруда она как бы потрескалась. Надо прикрывать от солнышка вот пластушкой или еще какими-нибудь камнями, тогда она будет служить вообще долго. Поэтому вот ее пустим финишным слоем, чтобы она накрыла новую пленку вот от солнца. И будет новая пленочка, я думаю, служить вообще долго. Подольше, чем та служила два года. Думаю, лет на 5 мы точно. Ну, мы немножко подкопали. У нас был пруд глубиной 70, вот 70 не хватало немного в Ростове. Кувшинки фея, они как бы не так, как мне хотелось, цвели. Потому что слишком, как бы, после горшков у них уже до уровня глади воды уже не так много осталось пространства. И мне не нравилось. И пруд, мне кажется, перегревался летом. Поэтому выкопали немного поглубже. Ну вот, покажем, как будет выглядеть попозже процесс укладки. Ну, вот сейчас пишут. Купили новый полиэтилен 400 микрон. Вот под новым полиэтиленом лежит старый полиэтилен. Еще ниже лежит агрохолст. Темный черный агрохолст. Вот он. Агрохолст. Под агрохолстом лежит баннер. Ну, то есть такой пирог. Получается баннер, потом агроволокло, потом старая пленка, часть тоненькая, видите, какая была. Потом новая пленка, толстая, 400 микрон. И потом сверху старая пленка для того, чтобы защищала нас от ультрафиолета. По краям положим сейчас с одной стороны камни. Вот, и начнем опускать. Вода будет продавливать, пленочка будет падать вниз. Будем разравнивать по процессе наполнения все эти складки. И так будет процесс эти наполнения постепенно. Напускаем водичку и выравниваем складки. Заворачиваем. Пришлось вычерпывать их один раз. Не рассчитали, с одной стороны одна часть утянула одну часть. Сейчас сюда камушек положим. Ну вот что у нас получилось. Такая вот территория интересная. Зербину, императу, и сусак уже посадили. Потом нарастет все это, будет бортики закрыты, будет красиво. Потом рыбок добавим, вообще будет этот водоемчик.